Полный шкаф одежды, а носить нечего. Знакомая ситуация. Здравствуйте, меня зовут Юлия Васина, и я расскажу о 7 простых правилах функционального гардероба в программе «Цифры». Согласитесь, часто бывает так, что гардероб просто ломится от одежды. Все полки забиты, свободных вешалок нет. А собрать нужный комплект и составить гармоничный образ, подходящий к определенному случаю и под ваше настроение, не получается. Вот и живем по известному закону. 80% времени мы носим всего лишь 20% гардероба, а все остальное не подходит. Пора переломить сложившуюся ситуацию. Первое правило. Адекватно фильтровать свой гардероб. В нем должно быть все необходимое, чтобы комфортно себя чувствовать в любой ситуации. На работе, на отдыхе и на светском мероприятии. Именно ваш образ жизни диктует, какую одежду необходимо иметь в шкафу. Посмотрите, сколько часов вы проводите на работе, сколько уделяете отдыху, а сколько тратите на общение. То, на что уходит ваше время, и должно пропорционально соответствовать количеству одежды в гардеробе. Если основную часть времени вы проводите в офисе, 60%, к примеру, то и офисной одежды в вашем гардеробе должно быть 60%. Если вне работы 25%, то повседневная одежда должна составлять ровно четверть. И так далее. Разберите вашу одежду по группам. Офисная, повседневная, нарядная. Посмотрите, что получилось. Если цифры не совпадут, значит, в гардеробе наблюдается дисбаланс. И вот вы уже знаете, каких вещей вам не хватает, и можете спланировать реально нужные покупки. Правило второе. Найдите себе портниху. Ну, подозреваю, кто-то скажет, что это лишнее. Но подумайте, услуги портного не так уж дороги. А подгонка платья по фигуре или минимальное изменение кроя иногда настолько преображают вещь, что и мы сами меняемся до неузнаваемости. У многих из нас свои особенности и, я бы сказала, изюминки фигуры, не соответствующие стандартным лекалам. А надо сделать ведь так, чтобы костюмчик сидел. Третье правило. На базовых вещах, которые должны составлять основу гардероба, не экономьте. Качественные джинсы или кардиган прослужат вам многие годы и не выйдут из моды. Правильно подобранный базовый гардероб станет палочкой-выручалочкой, когда надо быстро каждый день собираться на работу и при этом выглядеть разной, привлекательной и выделяться из серой массы. Многие стилисты рекомендуют иметь в шкафу маленькое черное платье, белую сорочку, туфли на шпильках, кардиган, плащ, джинсы, классические часы, балетки и сумку. Но подробнее о базовом гардеробе поговорим на следующей неделе. Итак, четвертое правило. Научитесь сочетать вещи между собой. Подбирайте комплекты. Из базовых вещей можно составить такое множество комбинаций, что окружающим будет казаться, что у вас дома огромная гардеробная. Грамотное использование аксессуаров еще больше расширяет разнообразие нарядов. Это отдельная большая тема, но вы уже догадались, что пятое правило – это уделять достаточное внимание аксессуарам. Шестому правилу всегда следовала героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Она покупала дорогую, хорошую обувь. На одежде можно и даже нужно иногда сэкономить, на туфлях – ни за что. Качественные красивые лодочки, балетки или ботинки преобразят любой наряд. Кроме того, от дешевой колодки у вас могут болеть и уставать ноги. Вам оно надо. И, наконец, седьмое правило – неожиданное. Спокойнее относитесь к моде. Не стоит каждый сезон соответствовать всем трендам. Но кто же хочет быть похожей на девушку, у которой нет своей фантазии и чувства стиля? Пусть в гардероб попадают только те ультрамодные вещи, которые действительно приводят вас в полный восторг и отражают ваш внутренний мир. Эти 7 правил гардероба помогут вам всегда выглядеть на миллион, при этом не тратить лишних денег, покупая ненужные однотипные вещи. Меня зовут Юлия Васина. Увидимся на следующей неделе. Нажать на повтор можно на сайте trkterra.ru.